Всем привет, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, и это реакция на клип Вандерфилла «Не доверял». Когда я записывал прослушку, я еще посмотрел клипы, но в прослушку я не стал вставлять все это дело, потому что слишком длинный был получился выпуск, и как-то, ну, стрёмно, типа реакция на альбом и тут же реакция на клип. Поэтому решил выпустить отдельно. Предлагаю вам посмотреть эту реакцию. «Не доверял». Старая песня, да? Дай мне хоть минуту, дай мне хоть минуту. Ты между нами только повышаешь амплитуду. Пусть самым пьяным утром или через густой дым. Времени в обрез, но, бля, я чё-либо спрятую. Все слова после которых я тебе не дам. Оу, щит, what the fuck? Ты больше понял, что я с тобой не играл. Так дорого, так глупо, своё время не терял. Тебе не доверял, я тебе не доверял. Все слова после которых я тебе не доверял. Ты просто понял, что я с тобой. Блин, клевый клип вообще. Не пытайся, меня не подкупит больше мираж. Одевайся, меня не цепляет родной типаж. Вокруг пальца обвел меня лихо родной мошенник. Обману на больше, чем немало денег. Вот так сильно меня фальш твоя бесит. Уже не цепляет, бесит. Хоть убейся, жестко бесит. Бесит прям до депрессии. Но выметайся, ты лишь беспонтовая суета. А в душе молю, что это клевета. Химии внутри столько, что можно бончить кровь мою, кровь мою, кровь мою, кровь мою. Химии внутри столько, что можно бончить кровь мою, кровь мою. Шикардос вообще. Все слова, после которых я тебе не доверю. Ты поздно понял, что я с тобой не играл. Так дорого, так глупо, свое время не терял. Тебе не доверял, я тебе не доверял. Все слова, после которых, ну, этот клип мне больше понравился. Ты поздно понял, что я с тобой не играл. Марочка. Так дорого, так глупо, свое время не терял. Тебе не доверял, я тебе не доверял. Вот так вот. Это то, что я пропустил в начале. Фух. Просто девочка писать побежала. Вот, собственно, и все. Такая вот получилась прикольная реакция. Вы видели, как я охренел там с этого кадра. Я думаю, многие, кто смотрел этот клип первый раз, точно так же офигели. Ну, вот и все, в принципе, на этом. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии и ждите новых видео. Новые видео. Check it out!